прям доскональное определение кроссфита. Это фундаментальное движение, выполняемое с высокой интенсивностью и тому подобное. Но это, как бы я сказал, и все равно, как от тебя никто не понял. На самом деле кроссфит — это то, что вы делаете в обычной жизни. То, что помогает вам двигаться вперед. Утром реально такой проснулся, и какой-то такой ленивый червячок в голове. Может, не надо, снег на улице, холодно, скользко. Походил минут 10, ну какая разница-то? Другой погоды сегодня уже все равно не будет. А завтра уже будет завтра, а бегать надо сегодня. Ну и побежал. Вот как-то так. Не знаю, мне это нравится. Как бы сложно сказать прям. Когда начинаешь делать, хочется бросить. Прям сразу. Ну, блин, знаешь, есть какой-то драйв, когда ты берешь что-то, делаешь в один день, понимаешь, что вчера ты этого не делал. Как-то легко становится и радостно. Ты стал лучше, чем был вчера. Я посмотрел первый ролик по кроссфиту и вообще понял, что вообще не люди. Как они это делают? Постепенно начал пробовать. Реально не получалось. Реально просто бросал, уходил. Но потом как-то, не знаю, первый раз получилось. И вот эта эйфория, когда нифига себе, я сделал это. Только что я минут 10 в голове держал только одно. Мне надо бросить и уйти, бросить и уйти. А потом ты берешь и делаешь до конца, валяешься и понимаешь, что вот это стоило того, стоило этих 10 минут, которых ты помирал. Тебе становится так хорошо. И вообще никакие проблемы тебя больше не беспокоят в жизни. Мы выполняем самые простые движения. Приседания, отжимания, подтягивания. Просто делаем это как-то более быстро, не сидим на месте, не слоняемся от тренажера к тренажеру. Мы приходим, улыбаемся, смеемся, потом делаем тренировку. Тренировка, как правило, проходит высокой интенсивности, без остановочки, все двигаются. Но Артур умирает, я ему говорю делать быстрее. Ты борешься либо с каким-то весом, либо с какой-то дистанцией, либо просто ты уже делаешь какое-то монотонное движение и понимаешь, что уже какое-то сотое повторение происходит, и уже нереально двигаться, уже мышцы сводят, но ты продолжаешь. Сложно сказать, что такое кроссфит. Приходите, хотя бы один раз попробуйте, и я гарантирую, вы уже тогда поймете, когда будете после тренировки уставшие, отдышивающиеся. Вот тогда вы поймете, что такое кроссфит. А так сложно объяснить. В жизни ты просто дома смотришь на какую-то задачу, которую тебе надо выполнить, какое-то дело по дому, понимаешь, ё-моё, сколько же делать придется. Потом вспоминаешь вчерашнюю тренировку, когда ты тоже подошел к доске, смотрел 100 повторений, 200 повторений, штанга неимоверно тяжелая, гиря 32 килограмма, думаешь, да нет, это невозможно. Сделал, действительно устал, действительно стоишь на коленях, либо просто валяешься на полу. Но в голове одно слово: ты это сделал, все, сделал, и ничего больше.